Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это Вероника, очень рада вас видеть на своей страничке. Давненько на моем канале не было полноценных обзоров какого-нибудь классного косметического бренда, и таким образом сложились звезды, что мне достался очень классный набор от компании Биаре. Биаре — это японская косметика, вы могли уже видеть некоторые средства у Леночки, нашей любимой 864. Я очень рада, что средства ей понравились, мне средства тоже очень полюбились, и я думаю, что моим зрителям будет интересно послышать еще и мое мнение, мой опыт от использования данной линейки. Набор мне пришел в такой вот красивой огромной коробке, он очень тяжелый, потому что средства достаточно большие, они прям таки на всю семью и очень-очень классные, так что давайте приступать. Вообще всегда интересно познакомиться с новым брендом и узнать его отличительную особенность, да, что его выделяет среди других брендов. Например, у бренда Биаре это их запатентованная технология SPT, я надеюсь, я ее правильно произнесла, Skin Purifying Technology. Я на их сайте нашла замечательную картинку, я ее вставлю в видео, вы там можете увидеть, посмотреть, разузнать, что же это за технология. Как вы видите, в технологии SPT высокие показатели очищения, павы не проникают в кожу, это очень-очень важно. В совокупности эта технология нормализует естественные функции кожи и замечательно работает при длительном использовании средств. Ну а теперь давайте уже переходить к средствам. И первый продукт, который я вам хочу показать, это вот такие вот салфетки для очищения лица от Биаре. Мне кажется, что данный продукт станет легендарным на российском рынке, потому что мы его очень-очень давно ждали. Во-первых, конечно же, начнем с упаковки. Она девичья, нежная, розовая, супер. То есть она сначала нам доставляет просто эстетическое удовольствие. Но японцы не были бы японцами, если бы они не подумали об удобстве, о качестве и о более важных вещах, и не просто таких, как внешняя эстетика. Для чего сделан контейнер? Контейнер нужен для того, чтобы салфетки дольше оставались свежими, и до самой последней салфеточки они у вас были пропитаны очищающим веществом, чтобы они, короче, не пересыхали. То есть у вас получается такая двойная технология закрытия салфеток. Сначала вы закрываете внутренний блок на вот эту вот такую стандартную липучую штуку, которую вы видите во всех салфетках для очищения кожи, и дальше вы его еще закрываете просто коробочку вот таким вот образом, так что салфетки у вас реально остаются свежими до самой-самой последней штучки. Что касается самих салфеток, упаковка довольно-таки большая, то есть одна вот такая упаковочка содержит 44 салфетки. Салфетки немножко отличаются от привычных нам, потому что, ну, во-первых, это очень-очень приятный хлопок, а во-вторых, как бы так правильно сказать, они другие по текстуре, то есть они более плотные, нежели обычные салфетки, которыми вы привыкли пользоваться. Салфеточка влажная, хорошо пропитанная, с нее ничего не течет, но при этом она вот прям полна очищающего средства, что очень-очень-очень удобно. И еще один огромный плюс данных салфеток в том, что они не просто хорошо снимают макияж, даже водостойкий, даже тушь, даже тени, которые вы накрасили на какую-нибудь супер продлевающую им жизнь базу, но эти салфетки еще замечательно увлажняют кожу, то есть после их использования, если ваша кожа нормальная, вам в принципе даже не понадобится увлажняющий крем, то есть лицо очень-очень приятно увлажненное, напитанное, в общем, просто супер. Для снятия хорошего обычного повседневного макияжа хватит одной салфеточки. Если у вас был макияж очень-очень яркий, очень драматический, если у вас были очень сильно накрашены ресницы, я советую взять вторую, чтобы ваша кожа точно была супер чистой. Следующее средство, которое я вам хочу показать, будет вот такая вот пенка для умывания. У меня вот такая с розовой крышечкой, есть еще с зеленой крышечкой. Зеленый — она для жирной кожи, для кожи склонной к акне. У меня вот такая вот розовая версия, это пенка для умывания с увлажняющим эффектом. Чем она мне очень нравится? У нее еще есть такое забавное название маршмеллоу, то есть у нее очень густая, плотная пена. В отличие от многих пенок, которые, знаете, выдавливаете ее на ладошку, и она у вас так сразу расползается, и получается такая вот, ну, размазанные такие пузырики, да? А здесь пена очень-очень густая, она напоминает больше даже мужской крем для бритья, то есть очень-очень плотная. Замечательно справляется с макияжем. Если ваш макияж был очень-очень яркий, очень драматический, я советую использовать ее два раза, то есть умыть верхний слой и потом уже окончательно смыть все остатки. Если же вы были накрашены абсолютно повседневно, дневной макияж, то хватит одного нажатия. Мне очень нравится это средство, что в нем точно такая же технология SPT, которая во всех средствах от Биаре, то есть
не нарушается естественный баланс влажности вашей кожи. Очень здорово. Опять-таки, если вы не любите какие-нибудь увлажняющие крема, если вам не нравится ими пользоваться, попробуйте вот эту пенку, потому что лицо после нее точно так же, как и после салфеток, очень-очень увлажненное и напитанное. Здорово, обожаю ее. У нее очень милая и удобная упаковка. Супер, просто супер. Это моя любимая пенка последнее время. Следующие продукты, которые у меня есть в коробочке, осталось их всего лишь два, очень жаль, потому что я бы еще с радостью что-нибудь попробовала, очень крутая марка. Это вот такие вот гели для душа. Ну, честно говоря, как можно человека удивить гелем для душа? Ну, это такое уже повседневное средство ухода, что, в общем-то, ничего особенного. Но чем мне понравились гели для душа от Биоре? Во-первых, конечно, большая, удобная упаковка. Это огромный плюс. Во-вторых, это их ароматы. Я человек абсолютно помешанный на ароматах и на запахах. Как бы так правильно объяснить? Есть гели для душа, которые дают много пены, в принципе, вкусно пахнут в душе, вы как бы помылись, все, и вы забыли о них. Чем мне нравятся гели для душа от Биоре? Во всяком случае, более сильный эффект вот в этом вот средстве, которое мне очень нравится. Это у нас гель для душа Биоре из серии Aroma Time. Изысканное удовольствие, аромат изысканных пряностей и нежной ванили. Вот такая вот золотисто-коричневая упаковка. После него кожа реально благоухает. Такое ощущение, что вы воспользовались не просто гелем для душа, а как будто бы сверху вы еще прошлись увлажняющим лосьоном. То есть вы вышли из душа, прошло полчаса-час, но от вашей кожи настолько нежно и приятно пахнет, это ну просто супер. Я не могу сказать, что я огромный фанат ванили. Скорее ваниль меня больше будоражит в плане покушать какую-нибудь вкусную булочку. Но здесь аромат ванили и цветков настолько тонко переплетен, просто волшебное средство. Обожаю. Супер. Это, ну, я не знаю, как можно влюбиться в гель для душа, но я влюбилась в вот этот вот гель для душа от Биоре. И еще один гель для душа от Биоре вот такой. Вот у него уже такая синенькая упаковка. Насколько я помню, здесь такой аромат свежести. У него упаковочка чуть-чуть побольше, чем у предыдущего. В том 500 мл, в этом 530. Он абсолютно гипоаллергенный. Им может пользоваться вся семья. И, кстати, отдушка в этих гелях для душа во всей линейке Биоре, она натуральная. То есть это не какие-то химические ароматы. Это натуральные отдушки. Супер! Хорошая густая пена. Мочалки так прям вообще много пены. Но я, честно говоря, мочалкой не очень люблю пользоваться. Я пользуюсь просто гелем для душа и ладошками. Супер! Очень тонкий, нежный аромат свежести, такой вот, такой какой-то бани, такого вкусного, чистого тела. Супер! Я как делаю? Я по вечерам умываюсь, по вечерам принимаю ванну вот с таким вот гелем для душа. Он такой более романтичный какой-то, такой более успокаивающий. А с утра пользуюсь вот этим. Он такой более бодрящий, нежный. В общем, супер-супер! Вот такие у нас сегодня были средства. Как видите, их всего было 4, но они реально очень-очень классные. Всем советую попробовать, потому что я знаю, что японские, азиатские бренды, их нужно открывать, потому что иногда вот ты смотришь на какие-то средства, да, особенно вот, ну, когда упаковка написана что-то на непонятном нам языке, не родном, и мы такие: боже, что это такое, что с этим делать вообще? Поэтому надеюсь, что мой отзыв был вам полезен. Особенно хочу обратить ваше внимание все-таки на салфетки и на пену для умывания. Это просто мои бестселлеры. Они поселились в ванне. Обожаю их. Большое спасибо. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. Задавайте вопросы под видео. Обязательно на все отвечу. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам это все было полезно. Ваша Вероника. Пока-пока, до встречи в следующих видео. Девчонки, мы вместе с компанией Биоре запускаем конкурс. Ты можешь выиграть такой же мусс для умывания, как у меня. Для этого напиши в комментариях к этому видео фразу: «Я хочу попробовать мусс Биоре, потому что…» и расскажи, почему ты хочешь его получить. У нас будет 3 победителя, участвуют только жители Российской Федерации. Результаты читай в моем инстаграм 7 августа. Удачи!